Здорово, с тобой Гар. Уже через недельки-две где-то нас будет встречать шестой сезон. Соответственно, дайсы начали тизерить его. Данная часть пасхалки у нас лорная. Обязательно подписывайся на канал, ставь лайк, чтобы не пропустить дальнейшее развитие пасхалки. Ну а сейчас я вам расскажу, собственно, в чем заключается данный лор и данная пасхалка. На всех картах Battlefield 2042 вы можете найти плакаты Missed in Action, пропавших без вести, неприкаянных. На примере карты на острие я вам сейчас покажу этот плакат и расскажу, на что он ссылается. Плакат находится на карте на острие, рядом с точкой D1. Ну и в принципе их все не нужно находить, достаточно найти один плакат, отсканировать QR-код, и он вас будет отсылать на сайт Архангела. Что это за сайт такой? А сайт у нас называется «Инициатива по спасению неприкаянных». Сейчас я вам расскажу, что там в принципе на этом сайте можно найти по лору, и в принципе он нас также отсылает на следующую карту шестого сезона. На сайте мы можем найти некоторую информацию. Инициатива по спасению неприкаянных. Архангел здесь, чтобы помочь вам в эти трудные времена. Давайте вместе найдем наших пропавших без вести неприкаянных и вернем их домой. Что такое инициатива по спасению неприкаянных? За последние несколько лет наблюдается беспрецедентный рост числа случаев пропажи без вести лиц, связанных с неприкаянными. Инициатива по спасению неприкаянных – это международная инициатива, направленная на оказание помощи в поиске и идентификации этих лиц. Поскольку количество отчетов по всему миру исчисляется тысячами, они стали слишком разрозненными и непоследовательными, чтобы какая-либо одна страна могла эффективно документировать или расследовать их. Инициатива, поддерживаемая самыми современными технологиями, разработанными Архангел, здесь для того, чтобы изменить это. Кто пользуется нашими ресурсами? Правительство. Инициатива сотрудничает с правительствами по всему миру, собирая информацию о случаях пропажи людей. Мы предлагаем нашу обширную базу данных и спутниковую сеть восхождения для сбора информации и сравнения случаев с другими странами. Солдаты. Неприкаянные являются частью вооруженных сил по всем сторонам конфликта, независимо от того, связаны ли вы с государством или небольшими повстанческими формированиями. Вы можете положиться на нас в конфиденциальном документировании всех случаев без судебного решения или преследования, независимо от вашей принадлежности или лояльности. Семьи. Для тех, кого этот кризис задел за живое, мы здесь для того, чтобы выслушать вашу историю, узаконить ваше дело и работать с вами. Что дальше? В следующий раз, когда вы услышите шепот или слухи, прислушайтесь. Если вы знаете кого-нибудь, кто нуждается, попросите его связаться с инициативой. Мы надежно документируем всех пострадавших лиц для наших записей на случай, если в их деле произойдет прорыв. И для всех наших неприкаянных там, на поле боя. Будьте бдительны в поисках свидетельств пропажи. Давайте найдем наших солдат и вернем их домой. В общем, вот такие вещи у нас отражены на сайте. Это как реклама, получается, Архангела. И там же мы можем найти координаты острова Борей в Шотландии. Скорее всего, будет новая карта находиться именно там, в подземной лаборатории или в подземном комплексе в каком-то. В общем, вот так вот. Ну и, в принципе, все, наверное. Если тебе был интересен данный контент, данная пасхалка, ее будет ждать продолжение буквально, скорее всего, через неделю-полторы уже с контентовой составляющей, как обычно. Поэтому обязательно подписывайся на канал, ставь лайк, чтобы не пропустить разгадку пасхалки и награды за нее. Я вам все, как обычно, расскажу. Ну, а с вами был Гар. Всем пока.